мы будем сейчас кушать смузи. One person. Two person. Итак, смузи от Надин. Это у нас банан, овсянка, мед, творог and fruits. Fruits. Так, кто-то тут, говорят, завял у нас. Полить надо кого-то, кто завял. Может тут? Так, посмотрим. Ага, не тут. Где же кто-то у нас тут убирал? О! Кто тут у нас завел? Что с тобой? Цветочек. Наверное, тяжело без влаги, да? Хочется попить. Мам, я принес тебе водички. Больной, что ли? Я воды тебе принес, чтобы ты встала и была бодра духа. Ты что, больной, что ли? Давай польем тебе водичкой. Я говорю, ты что, больной? Ты пить хочешь? Я тебе. Нет, не хочу. Я тебе попить принес, на. Я говорю, что, больной, что ли? Я воды тебе принес. Как бывший не могу, что ли, я переживаю? Нет, не можешь ты от меня. Давай воды попить. Отстань, твою мать уже. Я, конечно, не стараюсь все показывать, но посмотрите, какие прелестные. Мы не за мертвые цветы, а за вот такие вот вкуснятины, которые можно скушать, спокойно утилизировать. Эта бумага, она не портит планету. Цветы тоже съедобные. Цветы тоже съедобные. Спасибо. Пожалуйста. Моя красоточка. Я на самом деле вообще всю ночь перемерил. Ребята, если поговорить, как-то надо. Я вот не вижу Игоря и Юрия, если вот не вижу пары. Мне кажется, они какие-то не настоящие. Я хочу со всеми ребятами поговорить, что потому что провести голосование, чтобы их выселили вообще из комнаты. Как ты считаешь?